понедельника по четверг. Какое звание у тебя было в русской армии? Сколько тебе платили сербы? Да пошел ты. Он из тех, кого лучше не трогать. Интерпол объявил в розыск двух сербских офицеров русского происхождения, убивших полковника армии США. Если на родине беспорядок, пора браться за работу. Что-то мне сдается, что эти ребята нам потребуются. Соображай, как можем его нейтрализовать. Дело не хитрое. Нужно быть осторожнее, связавшись с профессионалом своего дела. Не убивай. Я рад, что ты выжил. Я выжил, чтобы тебя убить. Ты где? Я здесь! Любого, кто встанет у него на пути, ждет теплый прием. Вы меня убьете? Вы в полном дерьме, ребятушки. Руки на капот! Чего ищем, пацаны? Может, я подскажу? 10 лет отвоевал, хватит. Олег Фомин, Михаил Евланов и Александр Пороховщиков в многосерийном фильме «Естественный отбор». С понедельника по четверг на ТВ Рус.